Удален Ян Коллер. И уже через несколько минут хозяева реализовали численное преимущество. Гол на счету с Вересом. Во втором тайме вице-чемпионы Европы 96 раз за разом проваливались в обороне. Нередко бросали вратаря Сырничика на произвол судьбы. Так было и на 66-й минуте, когда забивал Сигборсон. А вскоре... Here's World Cup Finals. ...на штрафной, и с Вересом нашел брешь в развалившейся стенке. 3-0. Хватило лишь на гол престижа, которым отметился Янкуловский.